Всем привет, меня зовут Таша, и вы на моем канале «Вкусный уголок». Сегодня отличный вариант бутербродов к любому празднику. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Смотрите, у меня здесь две отварные морковки. Я их заранее отварила, остудила и почистила. И теперь их нужно натереть на мелкой терке. Также потрем один плавленый сырок. И для того, чтобы он хорошо терся, его желательно немного подморозить. Сюда же добавляем чеснок по вкусу, у меня три вот таких зубчика. Немного измельченного укропа. По вкусу соль и черный молотый перец. И немного майонеза, буквально 1-2 столовые ложки. Я пока добавлю одну, если нужно будет, потом добавлю еще. И все это хорошо перемешиваем. Все, вот посмотрите, майонез я больше не добавляла, и вот такая масса у меня получилась. Далее по желанию берем хлеб толстый, либо гренки, как у меня, они покупные. Намазываем вот этой массой. Кладем шпротину, кусочек соленого огурца и веточку зелени. Вот примерно вот так должно получиться. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо с салатными листьями. Вот такая красота получилась. Из этого количества продуктов выходит примерно 18 вот таких небольших бутербродов. И они подходят к любому празднику. Попробуйте сделать и вы. Ну и, конечно, если вам понравились, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!